Если школы не будет, сила умрет. Такая фраза прозвучала во время прямой линии с президентом. Ее произнесла жительница Старой Суртайки Алена Регер. Женщина пожаловалась, что администрация Красногорского района хочет закрыть единственную на 3 села школу из-за нехватки преподавателей. Глава государства откликнулся на просьбу и поручил Виктору Томенко проблему решить. С тех пор прошло чуть больше месяца. Как нам сообщили в Министерстве образования края, штат укомплектован и уже идет текущий ремонт школы. Частично будет заменена кровля, остальная часть кровли будет покрашена, будут восстановлены крыльца школы, будет произведена частичная замена окон, будет проведен ремонт ряда кабинетов, где необходимо было заменить линолеум, необходимо было сделать покраску. На эти цели из краевого бюджета запланировано выделение средств в размере 3 миллионов 118 тысяч рублей. Правда, средства в муниципалитет пока не поступили. Говорят, их перечислят в ближайшее время, после подписания всех необходимых документов в правительстве региона. Но администрация района уже нашла подрядчика, который приступил к работе. По словам главы Красногорского, школу отремонтируют к 15 августа, а возможно и раньше. Кроме того, решен и кадровый вопрос. Теперь образовательное учреждение не нуждается и в дополнительных педагогах. Буквально на днях была закрыта последняя вакансия. Вакансии по педагогам на сегодняшний день все закрыты. Есть согласие у нас одного педагога приехать и, значит, именно химию закрыть. Если ничего, ну, знаете, как люди же, у людей же тоже меняются всякое. Ну, пока как бы все в порядке. Да, да. Обновленную школу ждут 39 учащихся и их родители. Кстати, доставлять детей из ближайших сел планируют на новом автобусе, рассчитанном на 22 места. Транспорт также специально к 1 сентября приобрели краевые власти. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.